Всем привет из города Енисейска. Меня зовут Ольга. Сегодня покажу. Ну, мы не в Енисейске, мы за городом. Вот здесь уже поля-поля, леса-леса. Вон какой-то гражданин себе строит усадьбу. А вон на том берегу деревня Еркалово. И вот люди стоят на паром. Паром еще не пришел. Себя снимаю. Стоят, ждут. Сегодня какая-то совершенно не осенняя погода. Потрясающее синее небо. Жарко. Почти 20 градусов. Такая красота. Такой крутой спуск. Наверное, зимой, весной здесь неудобно ездить. Вот такой у нас прекрасный Енисей. Деревню видно. Ну, большая деревня. А вон идет паром. У нас не каждый год Енисей промерзает настолько, чтобы могла получаться ледовая переправа. Иногда тот берег остается, вот, можно сказать, сам по себе. Вот какая красота. И, конечно, вот. Этого здесь полно. Я не знаю, может, у людей какой-то зрительный недуг, и они... Или там проблемы с координацией, но они промахиваются мимо мусорных баков. Вот. Сейчас еще кое-что покажу. Здесь была деревня, потом, я помню, здесь от нее остался один такой домик-развалюшка. Сейчас домика тоже нет, но вместо него стали появляться уже такие дома состоятельных граждан. Прямо одна есть такая усадьба. Вот тут еще одну такую строят. А вон там как бы дорога. Это дорога на паром. Вон там забор чуть подальше. И просто дорога резко заканчивается. Дальше ехать некуда. Ну, собственно, вот вместо старой развалинной деревеньки вот такая целая усадьба появилась. Тут еще кто-то участок огородил. Вон там тоже строятся. Здесь, да, место роскошное, особенно летом. Ну, зимой, конечно, скучно, тут все белое, ничего не видно. А летом просто мечта. Вон там куча сена. Прямо много-много. Какая-то техника. Хозяйственно, ну вот какая красота, ну вот невозможно, просто красиво. Вон там какое-то, видимо, хозяйство будет у людей, похоже на стайку или что-то такое. Да, вот, вот. У нас вообще много строится, в городе много домов новых, таких больших, прямо красивых. Ну и вот здесь. Да и по деревням тоже так едешь, смотришь, там новые дома появляются. Ой, телега прямо как в детстве. У нас в деревне было. Ну, я ездила к родственникам, когда была маленькая. Там же был колхоз когда-то. И там тоже были всякие вот такие штуковины. Телега, а вон коровы, много коров. Да, наверное, тут какая-то ферма у людей. Ну вот. Вот так. Ладно, сейчас еще кое-что покажу. Вон там за бетонными разделителями уже Енисейск, но мы формально за городом, потому что там стоит табличка, что Енисейск заканчивается. Вон ее даже видно. Сейчас я иду на берег.
Елисейск видно, как река изгибается. А я хочу кое-что показать. Не каждый день такое увидишь, поэтому я такое просто не могла пропустить. И раз уж мимо еду, то надо показать. Случайно увидела. Вот. Вот. Бакины. Не каждый день они лежат на берегу. Я их видела всего пару раз. Можно подойти, посмотреть поближе. Вон какая красотища. Там острова. Дяденька рыбачит. Ну, конечно, тут культурный отдых. Куда же без него? Вот. Красота. Он пластмассовый. А эти... Вот этот металлический. Этот тоже пластмассовый. Всякие. Да. Ага. Всякие трубы, провода, всякий мусор. Какое безобразие. Ой. Пахнет рекой. А что внутри? Внутри. Ой. Внутри ничего. Тут, наверное, лампочка стоит. Ой, весь в паутине. Вот такая красотища. Последние дни, теплые осени. Можно наслаждаться. Скоро тут будет все белое, белое. Даже посмотреть будет не на что. Ну, в общем, вот такая незапланированная поездка за город. Хотя из города-то практически не выезжала. Вот. В общем, на сегодня все. Всем спасибо. Всем пока!